дошли до посадок. Ну и еще рожать не собираешься? Бежит, бежит. Видно? Видно, так, темно. Ха-ха-ха-ха-ха. Ой, как хорошо. Если хочешь быть здоров, закаляйся. Что там дальше песня? А? Песни как, что там поется? Трусы сейчас отпадут. Ой, хорошо. Ладно, давай. Я пытаюсь вас снять. На вас только фонарик видно. Мы идем до соседей в гости. Напротив дом. После бани посидеть чуть-чуть. Снимаем соседей. Всем так привет, машите. Это таком мы в кадре. После бани решили посидеть. Где Будана? Помахай ручкой. Ну, мама, давай, маши. Буданка, привет, передавай. Да, она уже передала привет. В России, о. Все вас проверят на месте. Вы меня не видите в темноте. Но сегодня у нас 7 декабря. 5-7 утра, да, у нас уже. 5-15. И мы выехали. Начались схватки такие непонятные. С 2 где-то часов. Они с интервалом 5-7 минут, но они не такие уж сильные, чтобы там шары на лоб лезли. Просто ноет живот. И вот не поймешь, сегодня я буду рожать или завтра. Но решили все-таки поближе к городу ехать, потому что муж сегодня на работу, на смену. А вот так уедет, потом я не доберусь без него. Вот выехали, договорились с подружкой, что у нее пока буду находиться. Рома с бабушкой. Сейчас еще дед с утра на подмогу придет. Справится там с Васей, с Феей и с Ромой. Короче, я приехала в город. Так и не поняла, это вообще настоящие схватки или нет. Или я просто сутки у вас полежу. Поживу. Не можно, поживу у вас сутки. Подругу не снимаю, потому что раннее утро. Вот так вот. Ждите. В общем, уже, блин, сколько у нас тут? 4 часа. Ничего не происходит. Ни сильнее, ни слабее. Тут вообще непонятные какие-то интервалы. То 2 минуты, то 3 минуты, то 6 минут, то 10 минут. И то это, если ходишь, как-то они сильнее ощущаются, если не ходишь, то вообще пропадают. Не знаю я, когда я рожу, в общем. Вот ходит эта подружка. Не знаю, не знаю. Может, домой надо уже ехать обратно. В общем, уже сейчас 18:04. В дворе вот темнота, темень. Схватки целый день идут, но такие нерегулярные и не болючие, непонятные, короче, схватки идут. Вот, ребенок активен, там что-то стучит. Я вообще не знаю, ехать в больницу или нет. Вот сейчас Серегу вызовешь с работы, поедешь, они выставят на крыльцо, блин. Для чего потом куда идти? В общем, сижу пока.
И, кстати, наш врач, что-то я ей звоню и со своего, и не со своего номера, чтобы спросить, вообще, надо ехать в роддом или нет. Когда у нас интервалы то 3 минуты, то 5 минут, то 2 минуты, то 10 минут. И как бы не очень как бы болючие схватки, и возьмут нас или нет. Хотела у нее спросить, но что-то не берут трубку. Вот. Ну вот пока вот так хожу. Посмотрим, что будет дальше. Так, в общем, время 19:26. Так, вот он у меня номер. 8700. На. Так, что у меня идет? Запись идет. 19:26. Дозвонилась наконец до своего врача, который у меня сельский врач. Спросила, нам ехать или нет. И она говорит, что лучше лишний раз ездить и проверить, в общем, состояние раскрытия и ребенка. Ну вот сейчас мужа вызовем, поедем. Надеюсь, нас примут в роддом. Лежу, записываю КТГ. Уже снизу записываю, еще раз записывать. Ну, тут была девушка, Наталья, ее звали. Повели ее, патология у нее, как бы, живот болит, но срок еще небольшой. Родила я сегодня без 10:05, 8 декабря. Сейчас вот в палате сижу. Там вот моя малышка. Там еще соседка. И соседкина малышка. Ну, соседки сейчас нет. И еще третья кровать. Вот так вот умывальник, шкафчик, лампа кварцевая. Ну, в целом, вроде все нормально, ну, конечно, не обошлось без инцидентов. Расскажу вам попозже или пораньше, не знаю, как, смотря как будет выходить видео. Подробно расскажу, как рожала. В общем-то, гораздо сложнее были эти роды, чем роды с Ромой.